Радио «Романтика». Свидание вслепую. Всем привет, меня зовут София. Я пришла на Радио «Романтика» обрести свою любовь, и, возможно, это будет мое будущее. Привет, меня зовут Кирилл, мне 20 лет. Я решил попробовать новый, креативный вид знакомства для себя. Свидание вслепую. На радио? Правильно, «Романтика». Свидание вслепую. Сейчас у нас в студии, если вы видите нашу веб-трансляцию, установлена ширма, и по условиям акции участники проекта не увидят друг друга до самого последнего момента. Ну а пока давайте знакомиться. У нас сегодня в гостях очаровательная София. Доброе утро. Всем привет. Доброе утро, здравствуйте. И замечательный Кирилл. Кирилл, приветствую. Доброго времени суток. Ну, замечательно. Вот видите, мужчина как уверенно поздоровался. София, берите пример. Честное слово, в микрофонах ничего страшного нет, можно двигаться к ним поближе, они не кусаются. Здесь только в студии кусаюсь я, но мне до вас далеко, что до Кирилла, что до Софии. Так, перво-наперво, давайте мы спросим у Софии. София, расскажите о себе буквально в двух словах. Вы романтик? Да. Хотелось бы, чтобы в романтике в жизни было больше? Намного больше хочется романтики, потому что еще сейчас холода, а согреть некому. Вот, Кирилл, бери на заметку. Что ты скажешь о себе? Считаешь ли ты себя романтиком? Конечно. И много ли ты совершил романтических поступков? Лазил ли в окна любимым женщинам, я не знаю, цветы, миллион алых роз и... Не, но пока еще не встречал той, ради которой стоит рисковать жизнью или куда-то лезть. Но надеюсь, все впереди. София, что вот, я не знаю, что вы получали в подарок, вот самое-самое значимое, знаковое, что вы можете вспомнить? Большого плюшевого медведя. Большого плюшевого медведя. Плюшевого меня. Ребят, у меня есть три вопроса, собственно, для Софии и для Кирилла. Ну, наверное, начнем с Софии, да, традиционно. Мне кажется, это будет правильно. Итак, вы только что сыграли свадьбу и решаете, куда отправиться отмечать медовый месяц. Куда вы полетите в свадебное путешествие? Я вообще хочу в круиз морской. Морской круиз имеется в виду кругосветное путешествие или нескольких портов в одном море будет достаточно? А мы с моим мужчиной посоветуемся, с мужем. Я же не могу одна все решать. У вас, София, есть карта с неограниченным лимитом в продолжении темы. Какой подарок вы сделали бы своему любимому человеку? Я бы ему карту подарила это. У Кирилла глаза заблестели. Хороший ответ принимается. Ну и, наконец, третий вопрос. Вы находитесь в роскошном ресторане. Какие три блюда вы себе закажете? Овощной салатик, мой любимый греческий. Так. Ну, если это вечер, может быть, красного вина сухого. Красного, хорошо. Давайте так, греческий салат, красного сухого вина и... И на десерт мороженое. И на десерт мороженое. Кирилл, твоя очередь. Вы поймали золотую рыбку, можете загадать три желания. Чего попросите, собственно? Вау, любящую жену. Так. Трех замечательных детишек. Так. И дом на берегу моря. Тоже море, да? Слушайте, ну я не знаю, вот... Вот так вот, наверное, аплодисменты поставлю прямо в эфире под губровку. У Софии глаза заблестели. Так, движемся далее. Вопрос номер два. Девушка, которая вам очень нравится, в вашем присутствии проявляет активный интерес к вашему другу. Ваша реакция, Кирилл? Для друга, как бы, если у друга сложится эта девушка, я готов уступить, почему нет? Ага, третий должен уйти. Да. Правильно? Да. Хорошо. Дальше. Какой самый лучший подарок вы когда-либо получали, Кирилл? Получали. У Софии мы уже спрашивали, теперь ваша очередь. Ну, может быть, плюшевого кролика. Размером больше вас? Не, он был маленький. Но коробка была впечатляющей, то есть я был немножко впечатлен. Свидание вслепую. А мы с вами, в общем-то, ну, как бы так выяснили уже, как вы разговариваете, как вы общаетесь, беседуете, да, со мной, друг с другом. Теперь нам надо выяснить, как вы споетесь. Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах. Давно за 12, а ты еще в гостях. Ты думаешь остаться, так останься просто так. Мы сделали это. Свидание вслепую. Вот тот самый момент, мы снимаем ширму. Ребята видят друг друга. Воу-воу-воу. Так. Смотрите, Кирилл схватил букет, снял наушники. Значит, подбегает к Софии, заставляет ее встать с кресла, целует ей руку. Боже мой, это прекрасно. Дарит ей букет цветов и коробочку конфет.
Ребята, давайте за нас. Проголосуйте. Мы хотим узнать друга поближе, поэтому дайте нам шанс. Мы, в принципе, может быть, без него справимся, но будет приятнее от вас получить такой сюрприз. Настройся на романтику. Радио Романтика. Радио Романтика.